Минздрав Российской Федерации готовит новую антитабачную концепцию, которая нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. Приветствую вас, дорогие друзья, сегодня говорим мы о курении. Приветствую вас, дорогие друзья, сегодня говорим мы о курении. Минздрав Российской Федерации готовит новую антитабачную концепцию, направленную на снижение до 2000. На снижение 2025 году распространенность табака до 25%. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня говорим мы о курении.
идем к этому, как его называют, зарисовкам. Пусть она будет там и людей снимать, что-то и там моменты. Давай, девушка.